Всем привет, друзья! Я Хантас, мы продолжаем выживать в игре DOS. Так, холодово. То есть у нас Рад поймал сигнал. Говорит замдиректора института Холодова. Один из наших сотрудников, изучавших заброшенную деревню, третьи сутки не входит на связь. Ваша задача добраться до деревни, найти его или его оборудование. Я понятно изъясняюсь. А можно не говорить с нами так, как будто мы вам что-то должны? А ты хочешь сказать, девочка, что ты мне ничего не должна? Забыла историю с контейнером светлячков. Не трать мое время. Сеанс связи завершен. Бррр. Ненавижу ее. К сожалению, я действительно у нее в долгу. Подойди, я расскажу, в чем дело. В общем, помимо этого, у нас еще куча заданий выполнилось. То есть я наконец собрал необходимые вещи для постройки колодца. Также у нас появился опять осажденный дом, но я, наверное, не пойду на него. То есть там хил нужен и прочая херня. И у нас картошка сажается, тоже можно ее скоро собрать. То есть тоже в этой серии мы продолжим эту ветку заданий. И также я нашел диктофон. То есть найти вот это вот, которое сейчас у нас задание было, это вот в предыдущем, то есть вот в этом обновлении добавили. И наконец-то они услышали игроков и поправили эту херню с едой. Потому что вот ты буквально не успеешь отъедаться, а он опять начинает хотеть есть. И фармить нормально стало. Так, ну что, давайте поговорим с ней. Заноза. Эфир просто раскалился. Со всех территорий поступают сообщения о встречах с быстрыми горелыми. Их уже прозвали охотниками. Я, кстати, встречал их. Говорят, прошлой ночью они прорвались через кордон около Гаркова. Это зараженный город на краю территории. Многие военные из оцепления погибли. Холодой сейчас управляет институтом. Это одни из самых серьезных ребят на территориях. Секретные разработки, контракт с батальоном рейнджеров и собственная служба безопасности. А сама Холодова та еще стерва. Когда со мной так разговаривают, обычно бью в ответ, но мы с Шерпом один раз упустили важный груз, который был нужен лично Холодой. Рано или поздно она должна была мне это припомнить. Все готово? Отлично. Так, какой мы квест сделали? А, я, то есть, убил охотника. То есть, все, вспомнил. А когда первый раз на меня напал охотник, она: «Кто на тебя напал?» спросила. И у меня появилось задание поговорить с ней. За истребление охотника уже назначают награды все подряд. Например, торговый союз собирался на днях провести караван через пустоши. Они хотят, чтобы там было относительно безопасно. Убей 5 охотников на пустошах, а я договорюсь, чтобы тебе переправили награду. Класс. О, изолента. После выполнения этого задания можно получить изоленту. Я смогу сделать лом. И, в принципе, может быть, даже не лутая, не выполняя задания, смогу залутать баги. Надо, кстати, будет попробовать. Вот такая идея у меня только-только зародилась. Так, изолента. Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой. Да, военная поговорка. Так, пустоши мы там уже были. Сила воды. Это у нас квест на колодец. Выбери место и поставь маленький колодец. Так, если Холодов потребует чего-нибудь невозможно, плюнь на все и скажем, что ничего не нашли. Но пока у меня есть шанс расплатиться с долгами и больше никогда не слышать голос этой селедки, я его не упущу. Отправляюсь в заброшенную деревню, поищу ученого. Я как раз туда и собирался в этой серии. То есть у нас все офигенно. И, кстати, ребят, анонс был небольшой, грядущее обновление скоро добавят артефакты. Но я говорю, это все по мотивам сталкера, это просто потрясающе, реально. Что покинуть убежище, бла-бла-бла, так. И знаете еще что? Так, убить, построить колодец, покинуть убежище, добраться, вырастить картошку, найти диктофон. Диктофон у меня в сундуке. А, ребят, еще знаете что? Я вот в прошлой серии хотел добавить, но забыл. Вы представьте себе, здесь каждую коробку можно
по-своему обозвать. Она вот сейчас у меня называется коробка, но я... Ой, нет, не то, не так, извините. А, так. Вот так я хотел назвать. То есть каждую коробку можно обозвать и быстро ориентироваться таким образом. Так, диктофон вот у нас. Надо, кстати, распределить ресурсы. И с ящиков, которые мы разламываем топором, стали падать качественные доски. Это тоже очень офигенно. Так, у меня дофига всяких вещей. И знаете еще что? Еще что я заметил. То есть я здесь за кадром тоже начал немножко поигрывать, наконец-то. Дошли руки у меня до этой игры. То есть, смотрите, вот вы делаете такую доску с тряпками, она у вас почти ломается, и вы можете использовать ее в крафте другой доски. Вот у меня, к примеру, сейчас гвозди есть. И, соответственно, эта доска уже крафтится с новой полоской. То есть, она новая абсолютно делается. Это тоже все потрясающе. Так. Так. Так, эту воду, наверное, заберем. Так, где? Отдай диктофон занозе ученых. Ага, то есть это не зародит новую линейку за задание? Я думал, так будет. Интересно, что же так сильно понадобилось этим ботаникам? Давай послушаем запись. Заноза нажимает на кнопку, но из диктофона не доносится ни звука. Черт, кто-то утащил кассету. Может быть, запись еще на пустошах? Придется вернуться и поискать ее. Прикольно. Ну ладно. Найти кассету с данными угорелых на пустошах. Ну, в принципе, вот смотрите, то есть мы сейчас будем на пустошах выполнять задания на вот этих вот новых зомби. Или кто это, не знаю. Так. Что у нас там? Охотников. То есть вот, охотники они у нас называются. И мы будем кассету параллельно искать. Тоже, в принципе, клево. Так, вот у нас картошка доделывается. А, у нас вода закончилась. Вот почему. Ну, так и быть. На водичке. Нет, кстати, вот так вот мы сделаем. Остальное пусть уже своим ходом. Так, нет, вот так вот. Три картошки. И здесь у нас три картошки по анимации. А, нет, нифига. Ну, ладно, мы здесь тоже так поступим. Все. Так. Где у нас? Собрать картошку. Круглая, аж самая земля выпрыгивает. Мне по нраву. Сготовка у тебя ладится. Запеки еще 6 картошек. Отлично, отлично. То есть мы параллельно выполняем сразу несколько веток заданий. И знаете, я еще что пробовал, то есть вот когда берешь вещи, подсвечиваются два, то есть вот этих квадратика. У меня появилась небольшая идея, но она, к сожалению, вот, то есть в эту кладку ложить, и вот в эту, я думал так, и можно параллельно, то есть затрачивая всего лишь одну единицу дров, печь, соответственно, две параллельно, но это оказалось не так. Было бы прикольно. Так, начать. Минут 6 уйдет на готовку. Пока мы будем... Что у нас там еще по заданиям? Нам еще нужно... Нужно установить колодец. Так, сначала изучить за одно очко мастерства. Создать. Блин, вот на второй не хватает. Но я думаю, вода будет достаточно быстро набираться. Кстати, вот у нас иконка с этим охотником появилась. Смотрите, как все досконально по поводу задания ребята продумывают. Это просто потрясающе. Так. Колодец установить. Установить. Наверное, где-нибудь вот на задворках. На задворках. Ну, мне установка не очень нравится все тут. То есть нельзя крутить. И, наверное, все еще поменяю потом. Так, это пока временно. Так, ну давай, нажимай. Так, рецепты. Вот рецепты. А, по 2 минуты вода набирается. Ну, это хорошо. У нас фляг штук 60, наверное, набралось уже. Так, здесь 9. Надо сразу штук 20 взять. Да, вот.
Да даже больше у нас, он сколько? 67. Они тоже крафтятся очень легко. Так, ну все, процесс пошел. Надо будет второй колодец поставить. Как минимум два. Так, установить колодец. Ну что, посмотрим, работает ли наш колодец. Запусти его и дождись, пока накопится одна фляга. Так, ну одна фляга у нас будет минуты две набираться. И у нас заодно персонаж откинется. Я это пропущу. Для вас будет это всего лишь один миг. ХП я обновил. Картошечка у нас приготовилась. И, наверное, параллельно грибочки поставим, чтобы у нас тоже варились, пеклись ли. Так, это так. И сюда закинем. Так, эти ножи. Наверное, мы все-таки возьмем, потому что я не подглядываю у других ютуберов, как и что происходит, потому что мне самому интересно. Так, картошка. Про запас останется. Так, завершить. Тебе наверняка по дороге кусты встретятся. Мы в Ирландии их называем собачья роза. По-вашему, шиповник? Как эта самая роза по весне цветет, не передать. Бывало, идешь по парку в выходной с девушкой, цветы купишь, а шиповник вокруг все равно сильнее пахнет. Чему это? Не помню. А глаза слипаются, ужишься, сделай еще не пройдет. Я тебе научу делать бодрящий отвар. Соберешь шиповника на обратном пути, хватит трех гостей, неси их мне. Так, фляга у нас, в принципе, набралась, наверное. Наверное, и шиповник у нас уже есть. Пахнет. Об этом я и говорил. Готово. В общем, первое правило хорошего работника: на полях нужно быть бодрым. Второе правило: черт, на языке крутится. Нет, не помню, ты вообще чувак нарик? Ладно, про первое. Отвар шиповника в чувство приводит. Смотри, не делай слишком крепким, а то с непривычки может в голову дать. Тебе, походу, конкретно и дало. Я вот на родине злоупотреблял, видишь, что с памятью стало, как я и говорил. И вроде как иммунитет выработался, одной кружки мне мало. Завари на очаге три отвара, а не то я прямо здесь усну. У меня, в принципе, 9 штук как раз хватит. Так, знаете как? Так, это у нас сейчас приготовится. Это забираем. Это так. Сюда ложим. А, нам еще надо воды. Воды, три фляги нам надо. И у нас три фляги и готово. Сейчас сначала это задание выполним. Забрать. Так, замечательно работает. Все. Когда нарвешься на зомби, а это случится, даже не сомневайся, лучше, чтобы у тебя было чем отбиваться. В общем, совет, таскай с собой что-нибудь внушительное. Собери хотя бы доску с гвоздями. Нужны сырые доски, ветошь и гвозди. Отлично, пошла в зачет. Потрясающе. Ну, теперь вколоти пару гвоздей в доску и мотай ветошь. А, это простая доска. Я понял. То есть та не пошла в зачет. Я думаю, вот из этой мы скрафтим, которую он в руках держит. Так, наверное, должна пойти. Гвоздь как раз у меня один лежит. Так, это с тряпками. Создать. Блин, из хорошей сделал, балбес. Вот реально балбес, ну ладно. Да, отлично вышло. И, кстати, вот эта доска... А она навешивает кровотечение. То есть вот вы пару раз ударили, там остается. Ну, конечно, мало, по 1 хп всего лишь забирает каждую секунду. Ну вот, например, у него остается 5, там, не знаю, 7 хп. И чтобы он вас больше не бил, вы от него отбегаете и тем самым экономите саму палку. И он просто сдыхает. Я пробовал, прикольно. Слушай, нам нужно все больше и больше материалов. В мешке столько не утащишь. Пора сделать тебе нормальный рюкзак. Для начала доберись до вымершего лагеря. Ну, в общем, все упирается в этот вымерший лагерь. То есть изначально я сам хотел в ролик его добавить. Плюс задание, плюс еще задание найти. А, так, да. Что у нас там? Шиповничка.
Мы его, к сожалению, не делали. Ну, мы, наверное, поставим делать. И параллельно будем собираться в поход. Все, ПХП отлично. То есть, смотрите, раньше у нас, как персонаж умирал, 50 добавляли энергии. Сейчас, то есть, фул отхиливает. Так, это с собой возьму. По поводу грядки также я понял, как и что происходит. То есть, смотрите. Так, уровень, вот. Соответственно, если мы соберемся скрафтить лен и хлопок, то нам нужно будет улучшить грядку. А мы пока только картошку сажаем. Более рецептов у нас не имеется. И, соответственно, повышать уровень грядки пока нам не нужно. Так, где у нас зола лежит? Все стакуем. Так, так, так. И сюда. Очень много вещей набирается. Грибы, кстати, тоже нужно будет оставить. А у нас, смотрите, сколько шиповника. Это просто дофигища. Дофигища грибов. Мы, наверное, яблочки с собой возьмем. Картошку. Наделаем бинтов. И нам нужно будет сделать еще. Нам надо будет. Так, мы сможем сделать? Да. Потому что... возможно, там будут глыбы бетона, с которых мы сможем выбить. Поэтому лучше подготовиться. Один топор. И на остальное хила наделаем. Пока придется голым бегать. Потом мы сможем хил хоть как-то экономить. Потому что, смотрите, мы сможем кипятить тряпки. То есть воду кипяченую. То есть по ресурсам мы будем экономить. То есть из одной тряпки мы и хила больше получаем. И, соответственно, так что по хилу будет норма, когда... В принципе, мы сейчас все это можем делать, но это я, наверное, добавлю в следующей серии. Так, так, так. Это оставим. Это вот так вот. Палка есть, это есть. Ну что ж, вперед, нам нужно выйти. Сейчас она нам покажет. Так, рассказываю. Куда ты идешь? Заброшенная деревня. Считали аномальной еще до войны. В ней разная ерунда творилась. Вещи летали, деревья кровоточили. На оконных стеклах узоры находили в виде кричащих лиц. Всякое... Нифига себе. Однажды на улицах на стенах домов появились странные знаки, как будто дети людей рисуют, только очень жутких людей. На следующий день все население деревни исчезло. До последнего жителя, но самое удивительное, вещи в домах до сих пор остались нетронуты на своих местах, как будто люди просто уехали в отпуск, хотя прошло уже много лет. Ну, не задерживаю тебя больше, отправляйся в заброшенную деревню. Так, она у нас... она у нас в Вымишелаге, заброшенная деревня. Ой, а я не сюда хотел, я в Вымишелаге. Тогда нет, мы сюда. Мне пока страшно в красную локацию идти, она такая жуткая. Там, кстати, артефакты будут спавниться. Здесь вот показывают, что нету. Так, ну, вперед. То есть вымешаем лагерь, я перепутал. Мы можем найти этого профессора, либо его оборудование для института, как я понял. Ой. Найди 4 бичёва. Вы чё, маньяки, эй. Эй, я мирный. Хера себе, просто подошел, завалил. Мне кажется, он меня просто так заколбасит. Давай попробуем не агриться на него. Так, скушаем. У него и дубинка повнушительнее.
Или это Батяра? Ну вот, как я и говорил, смотрите, сколько здесь лута. Офигеть просто. Так, машину можно лутать, клево. Вот, как я говорил, кровотечение навешивается. Да, голым, конечно, ходить вообще не варик. Надо будет лутаться здесь максимально аккуратно. Потому что здесь игроки ходят. Я не знаю, может быть, конечно, это боты. Потому что сюрвивал это получается. Ну да, скорее всего, бот. Второе дно у тачки есть. Блин, я не могу это сделать. А лом мне не хватает. Изоленты. Так, давайте на авто поставим. Так, я понял, где мы можем... Ух ты ж, чокнутый. Так, он нам не идет в зачет. Так, 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 так. Блин, как все плохо. Так, хилочку, хилочку. Кстати, воду можно выпить. Она тоже будет подхиливать чуть-чуть. Ники же у нас меняются. Я думаю, это был у нас, соответственно, Батяра. И он некоторое время нас не трогал. Это была стычка двух ботов. И он меня не трогает. Так, он ушел. Он ушел. Ух ты ж, грёбаный... Это кто такой вообще? Лос Морталес. Ну, давай попробуем его втащить. Весь разукрашенный. Да. Надо броню делать. А броню я делать не могу, потому что у меня... Блин, тут все залутали. Потому что у меня трепё только уходит на хил. Но сейчас с колодцем все нормально будет. Мы сможем кипятить воду и нормальные хилки делать. И, соответственно, уже хоть какая-то... Какая-то экономия будет... ткани, ветоши. Так, это простой горелый. Ой-о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 й. Волк какой, нифига себе. 750. Почему здесь такие мощные волки, блин? Так, у нас здесь добавляет хила. Всего 30, да? Всего 30. Так, добыть металлом в вымершем лагере. А, у нас-то квест здесь. Окей. Давайте как-нибудь, как-нибудь еще 4 металлолома. Так. Вот что я хотел сделать. То есть вот этих медленных фигачить. Блин, там кто-то патрулирует. Я же на одну тычку остался. Так, может, палатку залутаем, там будет хил? Тихо, тихо, тихо. Не разгоняйся. Так, 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 так. Нужен инструмент. Мачете? Мачете нужен инструмент? Или
Все жило. Так, не то. Давайте еще. О! Нет места, нет места. Так, так, так. Что нам как поступить? Вот так почему-то не состыковалось. Ух ты. 41-й его монтировка были последним, что вы видели. Нет, только не снова. Капец, нас грохнули. Вы прожили 15 минут, так все-таки это был не бот. И, соответственно, крафтить лучше все вещи, соответственно, где-то вне карты, то есть выходить. Потому что вот сейчас я просрал все вещи. Значит, ники некорректно отображаются, потому что он был 41 уровня аж. Так, ну я думаю, у нас шиповник приготовился. Можно ему отдать. Так, завершить. Готово, скорее неси отвар мне. И все? Ох, глаза как раскрылись. До этого совсем носом клевал. Так, завершить. Ну где 6 картошек? Там и 12. Ты, кстати, знаешь, что у меня 12-го день рождения? Только я месяц забыл, так что приходится отмечать 12 раз в году. Теперь это мое самое любимое число. Так, за работу высаживаю дюжину картошек, собираю урожай. Ну, это какую-то уже цикличность несет эти задания. У нас, в принципе, сколько здесь картошек растет? Больше 12. Куда больше? Так, нужно, я думаю, построить еще один колодец. То есть я наконец-то знаю, где можно фармить изи, это бетон. В общем, я нашел изоленту на пустошах. И у меня вот зародилась идея, почему бы попробовать не залутать баги, не выполняя задания. Так, и откроем багажник, требуется монтировка. Чё, требуется монтировка кемпера? А у него какая-то особая монтировка? Ну вот. То есть не прокатило. Мы можем забрать только эти бифштексы. Я для себя открыл новое оружие. Это заточенная арматура. Требуются две арматуры для нее. Потом мы, кстати, сможем ее крафтить, как я понимаю, в наковальне. Из двух арматур делается очень хорошее оружие по сравнению с этими палками и досками. Также я немножко пускал слюни, сидел. Дальше смотрите, взрыв пакеты всякие. Самопалы, кстати, что это такое? Нитроглицерин, офигеть. Так, это сера, наверное. Смотрите, луки. Скоро, кстати, арбалет. Вот я, наверное, скоро сделаю арбалет. То есть, как наберу ресурсов нужных. И вот дальше смотрите, какие офигенные. И я в предыдущем ролике говорил... Стальная чушка, смотрите, Чапа. Чап, робопес, верный спутник и защитник, его преданность хозяину прочнее металла. То есть посмотрите, его можно будет модернизировать, наверное. Офигенно, сколько всего еще есть. Это просто потрясающе. В общем, я нашел кассету. Надеюсь, мы не облажались во второй раз. И ты понимаешь, мы, я говорю, из вежливости. Заноза вставляет кассету в диктофон и нажимает кнопку. Диктофон оживает, на записи слышны нечеловеческие стоны и вой. Женский голос перечисляет кодовые названия препаратов, даты вакцинирования и резюмирует. Эксперимент с первой группой провалился. Все подобные обратились. Начинаем работу со второй тестовой группы. Подобный мужчина, возраст около 35 лет, вторая группа крови, пульс учащенный, давление повышено в пределах нормы. Ввожу 2 кубика и миллилитр вакцины Z31. Твари за меня отомстят, солпы с вашей шкуры спустит.
Солопов, это командир спецотряда ЕК. Значит, ученые похитили спецназовца, чтобы проводить на нем эксперимент, а может и не одного. Наверняка эту запись собираюсь отдать Солопу, а не ученым. Институт не хочет проблем, поэтому пытался вернуть запись. Это очень серьезно. Я пока оставлю кассету у себя, нужно подумать, как нам лучше поступить. Главное, чтобы никто не узнал, что запись у нас. Завершить не получается. Так. Сейчас вещички, наверное, какие-нибудь сюда выложим по-быстрому. И... Так. Завершить. Пока я думаю, как насчет одной прогулки на пустоши. Свежий воздух, живописный пейзаж. Я знаю, тебе это нравится. Ладно, шутки в сторону. Один фермер оставил для меня технический спирт на пустошах. Спирт нам понадобится, когда будем проводить в порядок УАЗ. Фермер спрятал его в трансформе. Трансформаторной будке на пустошах. Попробуй найти спирт. Офигенно. Постоянно нам дают какие-то задания. Ребят, в общем... Выпуск и так у нас немножко длительный получился. Соответственно, мы всецело его посвятили диктофону. И следующий выпуск уже у нас будет... То есть я уже буквально час лутаюсь. Для вас, конечно, это всего лишь пару минут. И мы пойдем в имиши лагерь. То есть здесь, смотрите, у нас есть где-то вот... То есть одна голова получается, то, что игроков можно встретить. И здесь то же самое. Но здесь я не встречал. Я иногда находил трупы, но игроков живых не встречал. И все же, наверное, надо будет подготовиться, сделать как минимум сет, сделать стак бинтов. И уже после этого мы с вами отправимся и всецело посвятим, соответственно, ролик вымешанному лагерю. То есть будет отдельный обзор. На этом все. Не забывайте прожать лайк, подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. Я Хантас. Всем добра. Пока-пока.